кетесің, үттесің, инде өтіп кетесің. Қарап қалам артларыңнан, ал мені хал етесің. Күңілім бола көзлеріңнің, меңа түшсе қарашы. Сенің қараш менекіннен, үш-дүрт адым арасы. Ай-ай-ай. Начало обещает уже очень грандиозное такое. Как бы народ начинает подтягиваться, интерес нарастает. Байрам Харл Булсон. Бірге болсын. Байрам Харл Булсон. Бірге болсын. Байрам Харл Булсон. Бірге болсын. Вечеринка. Супер. Байрам Харл Булсон. Что? Байрам Харл Булсон. Бірге болсын. Ишек татар қызы, меня ғына айтәлі. Біреуге де айтмасыдым, айтып күнне өтәлі. Йылмай әлі зинхар, йылмай, бір йылмайсаң шул жетер. Сихырленген мәхәбәтім, иәріп сиңа кетер. Ай-ай-ай, ай-ай-ай, татар қызылары матур. Ай-ай-ай, ай-ай-ай, татар қызылары. Как тебе вечеринка? Биг айбет, биг матур. Очень весело, очень зажигательно. И то, что поразило то, что народ собрался. Народ наконец-то забрался на эту вечеринку. Чего тогда тут сидишь? Ну, отдыхаю. Ладно, давай быстрее отдыхай, иди танцевать. Байрам Харл Булсон. Байрам Харл Булсон. Замечательно, мне нравится. Вы к нам какой раз приходите? Первый, второй? Не поняла. Давно? Часто к нам ходите на татарские вечеринки? Первый раз в татарской вечеринке вообще. Ну, мне понравилось, так интересно, можно миксовать такую музыку, ну, электронную музыку, клубники с татарской песней. Мне понравилось, очень интересно. Байрам Харл Булсон. Бірге болсын. Ну, вообще, вечеринка, знаете, я не ожидал, что столько много народу соберет, конечно. Просто улетная. Вы видите сами, атмосфера заводит нас, заводит всех. Что это такое было? Это... Вот. Не, ну мы все на позитиве на самом деле, потому что мы рады, когда встречаемся. Вообще в четверг ночью Астрахань вся спит, но только татары зажигают. Всех с Байрамом. Байрам Харл Булсон. Бірге болсын. Ай-яй-яй-яй-яй, татар қызылары матур. А вам? Что нам? Вечеринка как? А, хорошо все, да, отлично, просто. Байрам Харл Булсон. Бірге болсын. Как тебе вечеринка? Супер. Ты который раз на татарской вечеринке? Второй раз. И как тебе? Второй раз еще лучше. Байрам Харл Булсон. Бірге болсын. А как вам вечерин? А, все отлично, первый раз вот на татар-пати. Ну ничего, так нормально, ну конечно. А? Еще приходи к нам. Придем как-нибудь, еще в каких-то таких хороших местах делайте, конечно же, придем. Байрам Харл Булсон. Байрам Рахмет. Привет. Как вам вечеринка? Хорошо. А вам? Замечательно. Супер. Давайте на танцпол, Байрам Харл Булсон. Рахмет. Рахмет. Часто ходите на татар-пати? Да, каждый раз. Просто супер. Молодцы. We'll be right back.
знаете, татары, вот где бы они ни находились, в других ночных клубах, каких-то определенных заведений развлекательного характера, ну, или будь это какие-нибудь британские острова, все равно соберется тот костяк. Да, татар-пати есть татар-пати. Локации не имеют значения. Значение имеют люди, которые пришли сюда. Я уверен, не место сближает людей, а именно идея данной вечеринки сблизит людей всегда, где бы это ни проходило бы. А ты сегодня в роли МС, как тебе работает? Честно, работает очень хорошо, потому что, во-первых, это для меня впервые, да и для меня это даже удачно. Народ веселится, народу хорошо. Вот. Но я также свой пост не покидаю, я также кручу для всех пластинки, также радую всех хорошей музыкой, хорошим настроением. Понятное дело, что сейчас, в принципе, серия вечеринок уже прошло, да, и, наверное, люди будут спрашивать, а что будет дальше? На этот вопрос есть уже разумный ответ. Если помните, да, там скоро год вечеринок татар-пати. И, соответственно, ожидается что-то глобальное. Ну, это все секрет. Будет об этом сообщено позже от организатора, да, основного там Ренат. Вот. Ренат, надеюсь, что мы тоже посодействуем на этой вечеринке. Мы готовы взорвать публику, взорвать, не знаю, там, мозги людей просто, чтобы все были довольны, все было прекрасно, потому что формат татарских вечеринок проводит пока только татар-пати без нанхалык. Вот. Что, в принципе, с этим с успехом и справляется. Мы очень рады приветствовать на этой вечеринке диджей Ришат Нео, Гузель. Будь ты на природе, будь ты на хате, приходи на татар-пати! Thank you.
здесь вообще просто разорвали ее. Вот наш то, что страстный человек, сразу видно, страстный человек. Ну, а здесь прям детский садик. Ну, здесь качественно, смотри. Да. Нормально, я мог бы даже лучше, точнее, и я бы сделал, позволишь. Дырочка, а смотри, как у нее, где я создатчик? Зачем вы это сняли? Ну, факт то, что выиграла в любом случае, я просто выиграл, действительно. Тут просто не дырочки, тут дырки какие-то, дырищи просто, я вот так вот достать. Выиграла вот эта команда, но не беда. Есть у нас для всех есть призы.
задача. Держи, тебе дарю свою тетрадку с ручкой. Тебе свою. Ваша задача сейчас под музыку по всему танцполу просто пробежать и именно написать, спросить у каждого мужское имя, татарское имя. И тех, у кого больше будет имен здесь, в тетрадке, тот и победил. Согласны? Согласны. Ну, мы все поняли. Именно татарское имя, чтобы оно не повторялось. Все, диджей, давай музыку! Поехали! Парни, а вы не стойте, помогайте девчонкам, помогайте! Все зависит от вас! Честно сыграла. Ну что ж, здесь вот я подготовил вам подарочки.